Друзья, всем привет! Вы на канале Temp of Play, и мы продолжаем прохождение Unravel 2, часть 2. На связи Игорь. Продолжаем. Lighthouse. Дом света. Так, мы прошли вторую главу. Нам нужна третья глава. Так, а как туда добраться? Я что-то не пойму. Так, рассоединяемся и пробуем. Не. А, вверх. Вон что это. Лифт у нас оказывается. Вот это да. Понятно. О, штурвал тут. А, это люстра в виде штурвала. Ничего себе, прикольно. Так, что у нас тут? Посмотреть. Пока нечего смотреть, видимо. Ну, видимо, туда нам идти, на Лебо. Да-да-да. Сейчас посмотрим. Да, третья глава, вот она самая есть. Заходим. Начинаем третью главу. Little Frog. Маленькие лягушки, что ли, Frogs. Лягушата. Музычка хорошая здесь играет. Такая спокойная, спокойная. Типа, давай, иди сюда, что там застрял? Давай, пошли, пошли. Чё ты стесняешься? Идем. Это вязаные, не пойму, вот клубки или это человечки, или кто это? Или котята? Непонятно, вот кто это? Похоже больше на вязаных человечков, да? Связанных, я бы сказал, даже так. Так, а тут можно сходить? Нет, нельзя, тут тупик. Ну, отлично. Тогда пойдем за светом. Вот свет нам показывает... О. Идем, идем, идем. А как здесь? А, так тут поверху, понятно. Тут я не достану. Вот так вот. Так, раскачка тут небольшая, видимо, нужна. Вот. Опа! А здесь? Тоже раскачка. Сейчас попробуем. Опа! Хоп-хоп-хоп. Переключаемся, подтягиваемся. Соединяемся, сматываемся. А, так это можно ползти. Я и не понял сначала. То есть стрелочки вот эти обозначают, что это можно... нам ползти. А здесь мы можем опять же раскачаться. Так. Переключаемся обратно на своего красненького. Нет. Не так. Так. Переключаемся на обратно, на синего. Идем красным. Так, тут мы допрыгнем, не допрыгнем. Давай мы сейчас красным. Будем красного использовать. И раз, и два. Как раз отлично. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть не прыгнул, не тем. О, как он прыгает. Так, идем сюда. Опять обматываемся. Мишка. Так. Я так понял, тут одним нужно идти, а вторым толкать машинку, да? Детская игрушка, прикольная машинка. Толкаем машинку мы. У меня даже труба он есть. А, глянь, она отъезжает. Смотри. Ну, тогда все. Вот так вот мы залезли. В принципе, несложно было. Какие-то воспоминания. Какие-то дети, родители, видимо. Дом их, видимо. Что с ним произошло, я не понимаю. А, мы уже можем идти. Какая-то лягушка. Ух ты, убегаем, бежим.
Это, по-моему, побег. Да-да, бежать надо быстрее, сломя голову. Опасно. За нами кто-то охотится. По-моему, мы убежали, да? Да, убежали. Ничего себе, кто это были. Это тот же самый, те, которые были беспомощные такие. Они их блудили туда-сюда. Если на них нарываешься, то нам хана. Заблудшие какие-то души. Так, что здесь? Очередной вид на души. Че это с ними? А, пьяный, что ли, я не пойму. А, пьяница, я понял, кто это. Это пьяница, в общем. Так, бочку мы поставили. А, ну тут, в общем, чтобы ее поставить, нужно сначала встать на нее одним. Ты только не пади. Так, а теперь обратно. Оп. Падает. Тогда наоборот надо. Ну что ты падаешь-то? Так, двигаем. Проходим. Двигаем. Двигаем, двигаем. Проходим вперед. Двигаем, двигаем. Так, этот наверх нас запрыгивает, да? Синенький. Тут нужно вдвоем. Вон оно что. Нет, тут не так. Так, а если я сейчас... Не так, не допрыгнул. Так, этот у нас наверх. А красный у нас должен туда, да? А красный кто не допрыгнет? Это у нас садится, нет. Ну, я не могу достать тот, я не понимаю, как это надо достать. Ну, если я сюда подкатываю, этот у нас не допрыгнет туда. Вася, вот так вот. А потом я подтянусь. Ну-ка, ну-ка. Так, ты синий здесь остаешься. А красный, вернее, наоборот, синий толкает, а красный отдается. Красный сюда, а синий сейчас подтянется у нас. Да. Все, разгадал. От этих алкоголиков, я смотрю, от пьяниц прятались какие-то дети. А, все, можно уходить, да? Ну, ты подтянись, чтоб на веревочку собрать-то. Соединись и пошли.
Бежим, бежим, бежим. Куда бежим? Непонятно. Зачем бежим? За светом. Вот оно что. Что здесь? Так, какое-то колечко. А, батутик. Опа. Оп, не, а на этим мы отвяжем. Бежим дальше. Так, а что тут? А, вот так вот. Все понятно. Так, не допрыгнул. Как не понял. Да ё-моё. А-а-а. Ух ты. Интересно. Эй, ты гад. А, то есть он показал мне, как нужно, да? Ты... Чего бросаешь, я не пойму. Да ё-моё. Так, свет нам показал, куда идти. А там он наверху можно достать, я смотрю, этот, да? Но вверх не запрыгну, да? Нет, тут не допрыгну. Или допрыгну? Е-е-е, допрыгнул. Достал. Сюда? И раз. Тут надо подлиннее. Ну-ка. Раскачку сейчас сделаем. Достанем мы этот свет. Так, вот так вот. Неа, не достал. Значит, нужно и спать низу. Так. Еще раз попуститься пониже, да? Не. Не достану. Ой! Не падай. Ну хорошо, тут нету этого гада. Да ё-моё, что ты падаешь-то? Нам нужно наверх достать вон ту вон светящуюся штучку. Огонек. Да ё-моё. Очень сложно. Так. А, я понял, как достать. Зачем я так? Я сейчас запрыгиваю сюда, смотри. Сейчас запрыгиваю. Опа. Так, переключаюсь на второго. И тут я сейчас беру вот этим твоим вторым. Не достал. Ничего себе. Давай еще раз и раскачку. Все. Везде. А зря. Тут надо теперь вот туда. Давай, красный, ты можешь. У нас красный будет теперь. Опа! Сальто. Опа! Соединяемся, бежим дальше. Какие-то коряги очередные. Ой, надо быстро тут действовать, я смотрю. Убегаем, пока нас огонь тут. Вот этот вот какой-то за нами. Это огонь, скорее всего, да. Так, ворона какая-то, как бы нас не склевала. А, сорока. Ой, упал. Опустимся. Во, отлично, допрыгнули. Идем дальше, за светом следом. А бежать-то умеешь быстрее? Нет. Ой, провалили. Ничего себе. Вот это да. Опять, как всегда, вниз. Быстрее бежим. Быстрее.
Бежим, 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 бежим. Ой, тут вверху. Так, тут что-то надо сделать. А вторым нужно вниз пройти, да? Ну, 100%. Этот сюда. А это у нас вниз подтягивается синий. Давай, синий, подтягивайся. Быстрее бежим. Бежим, 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 пока нас огонь не спалил нас. Огонек. Так, наверх опять нужно, да? Опять нам нужно тут решить головоломку. Очередную. Так, снизу. Ага, тут вон этот за нами охотится. Не-не-не. Аля, тут не допрыгивает. Плохо. А кто его поймал? Я понял, что вверх. Ну, чтоб мне вверх добраться, мне нужно сначала вот эту. Пенек вот этот вытащить. Смотри, он за мной охотится. А, он сюда не может. За мной охотится. Смотри, гад какой. Я могу прятаться в этих кусточках. Оп, оп. Ты смотри, они не послушают за мной. Вот он, вот он, вот он, гад. Да чуть не попался. Сидим. Сейчас они убегут. Так. Пока этим все сходим. Встанем сюда. Этим сюда, синеньким. И бежим обратно. Пока нас не поймали. Вот и все, и убежали мы от них. От этих огоньков. Выбрались на свет. Бежим дальше. Вот они опять, воспоминания. Походу, эти два человечка, это вот эти вот. О! Это кто? За мной какая-то курица. А, это этот. Глухарь. Ты смотри, за мной гонится. Лянь, хочешь съесть меня? Ничего себе. Глухарь за мной гонится. Ух! Чуть не упал. Ты смотри, он меня поймал. Ух ты, гад какой. Гад. То есть я понял, здесь не пройти. Вон банка тут какая-то, да? Один отвлекает его, а другой. Да. А что он отцепился-то? Так, переключаемся на красного. И пробуем банку вот эту вот, что ли, мы. Оп. Понизу. А как мы его будем отвлекать? А, вот. Вот так вот, понятно. Один пока отвлекает, другой идет. Интересно сделали. А теперь бежим, бежим, бежим от него опять. Он за нами 100% сейчас побежит.
иди ты. Бухать. Ну как тебя? Отстань от меня. Гад такой. Ух ты! Это я зря сделал. Там надо было одним зацепиться, стоять, а вторым прыгать. Так, бежим, бежим, бежим. Цепляемся. Опять, так, переключаемся на О. Так, опускаемся пониже, пока нас... Так. Чуть не поймал, гад такой. Ух ты, глухарь. Опять. Ну что ж ты будешь делать? Еще одна такая же. Чуть вы слишком много сделали однообразных этих прыжков. Бежим. Так. Не поймаешь ты меня, ха-ха-ха. Вот какой поманил я его. Так. Туда опять отцепляемся. Не-не-не. Не обдуришь. Ой. Ничего себе. Кыш. Это они задали тут мне жару. Да как ты поймал меня, паршивец? Тут надо быстро. Не поймал. Бежим, бежим, бежим быстрее. Так. Опять отвлекать нужно, да? Я здесь. Сейчас мы тебя отвлекать будем. Ух ты! Так, так значит по-другому тут нужно. Ну-ка, ну-ка. Значит, все-таки надо наверх совсем забраться, да? Ты пока там повиси, а я тут пока залезу. И все. Обманули. Так, опять, наверное, убегать от него. Бежим, бежим, пока он нас не догнал. Быстрее. Вот он, этот глухарь. Спотыкнулся, так тебе и надо. Почти поймал. Но нет, так. Огоньки растеряли мы какие-то. А он сам подберет его. Давай, подбирай. А теперь бежим, бежим, бежим. В портал. О, успели. Отлично. Сбежали мы от этого глухаря. И тетерев. Так, и мы завершили третью главу. Да, вот мы какие-то картины тут открыли, получается.
Люстра починилась, зажглась. Так, а тут у нас четвертая глава, видимо. Да, четвертая глава, и тут, наверное, тут замок. Вот тут, чтобы вверх не подняться, нужно будет замок разблокировать. Ну, в общем, четвертую главу мы, да, четвертая глава, мы продолжим прохождение уже в следующей серии. На этом все, всем спасибо. Спасибо, что были, и пока.